7-метровый фонтан горячей воды взмыл ввысь сегодня в центре поселка имени Горького. Это видео снято очевидцами происшествия. Обжигающий гейзер образовался на месте прорыва трубопровода. В считанные минуты кубометры воды затопили окрестные дороги и дворы, а главное, промочили соседние двухэтажки по улице Воровского. По счастливой случайности никто не пострадал. По официальным данным, порыв уже ликвидирован. Сейчас рабочая бригада устраняет последствия. Как сообщили в МУП тепловые сети, аварию спровоцировали опрессовочные повреждения.